регистратор. Все видеорегистраторы автономные, снимают в формате Full HD. Встроенная внутренняя память у каждого 32 гигабайта. Встроенная у каждого? Да. Выводится на хаб, на общий. И выводится на монитор. Каждую камеру можно перещелкнуть, посмотреть. Очень удобно. Согласен. Вот они вот такие по размеру все, да? Какой процессор, какие матрицы? Двух вариантов. Процессор, первый вариант идет Ambarella A7. Это более дорогое, в районе 22 тысяч будет розничная цена у него. 22 тысячи. Да, и мы второй процессор ставим на Novatek, в районе 18 тысяч будет. В чем отличие функционале? Какое там появляется? Качество записи увеличивается полностью. Качество записи, да? Все. Пойдем еще про нашу компанию. Super HD. 2.7, 3К. 3К получается, да? Можно так сказать, хорошо. Ambarella A7. Единственная модель, у кого идет встроенный радиатор, чтобы не перегревался. Летом жару, то есть предусмотрели вот этот момент. Большой дисплей, хорошее разрешение, хорошая, отличная ночная съемка. Встроенная функция VDR и функция HDR. То есть хорошая цветопередача, и на видео можно просматривать полностью хорошую цветовую гамму. Вот эта вот новиночка идет. Full HD. Здесь идет встроенный GPS-модуль сразу. То есть скорость, координаты, где машина двигалась. По розничным ценам. 4 890, 6 490. 6 490. Какие матрицы используются? Здесь матрица Optina идет. Здесь тоже Optina. Процессором IAT. Здесь идет Ambarella A7. Крепление поворотное там и там? Да. Питание непосредственно на блок идет, да? Это регистратор, настроенный аккумулятор идет еще. Можешь снимать в автономном режиме до 40 минут. Понятно.